Здравствуйте, меня зовут Олеся Ныч, и сегодня мы с вами изготовим декоративную тарелку в технике декупаж. Для этого нам понадобится тарелка, спиртовые салфетки для обезжиривания, клей ПВА, можно также использовать клей на любой водной основе, кисти с мягким ворсом и декоративная салфетка. Спиртовой салфеткой обезжириваем тарелку. Затем берем декоративную салфетку и вырезаем понравившийся нам элемент. Теперь нам понадобится только верхний тонкий слой. Лишний слой мы убираем. Размещаем декор на тарелке. Затем берем кисть, клей ПВА и придерживаем декор от края к центру аккуратно наносим наш клей. Нужно промазывать тонким слоем, поскольку рисунок и сама основа у нас достаточно тоненькая, она хорошо приклеивается. Декупаж готов. Дадим рисунку время просохнуть примерно час. Декоративная тарелка готова. Подписывайтесь на YouTube-канал культурно-досугового центра «Октябрь». До новых встреч!